суббота в Самарской области переменная облачность без осадков. Днем минус 6, минус 8 градусов. Ночью 9-11 ниже 0. Ветер северный 1-3 метра в секунду. В Сызрани солнечно. Днем минус 7, в темное время суток минус 9 градусов. Северный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем минус 9 градусов и ночью минус 9, северный ветер 2 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, днем минус 8, ночью 9, ниже 0, северный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.